Встретились как-то волк и олень. Олень считал себя строгим вегетарианцем и опять стал ругать волка за то, что тот губит живые души. Волк сначала возражал, что ест больных и немощных и вообще не может жить по-другому. Но олень был непреклонен. Грустный пошел волк прочь, понуро повесив хвост. Проводив его гордым взглядом, олень снова принялся есть траву. Только вместе с травой он съедал во много раз больше волка маленьких живых душ. Жуков, бабочек, улиток и паучков. Даже не замечая этого. Вот и мы постоянно хотим казаться лучше, чем есть на самом деле, чтобы свысока смотреть на окружающих. Есть такое особенное время в начале июля, когда луга покрываются всеми виданными и невиданными душистыми травами, цветами. Каждая травинка благоухает медом. В лесу примолкает гомон птиц, зверь надежно прячется с потомством в изумрудной зелени. А из синевы озер и рек ласково глядят белые и желтые кувшинки. В такое время на душе становится спокойно, можно подвести итоги весенних съемок, остыть от жарких споров с товарищами, залечить раны от когтей и зубов птиц и зверюшек. А главное, есть время посетить новые таинственные уголки природы и заглянуть в другие разделы биологии. Смыть бентос. Использовать кикс-метод. 400 плюс 400, 800. Я радовался всем этим веселым фразам, как ребенок, одновременно страдая от жары и пытаясь удержаться на скользких камнях. Давний мой коллега Леонид Степанов был великолепен в своей стихии. И мне, пользуясь случаем его интереса к чистоте этой уральской речки, пора нырнуть в гидробиологию. Глядя на Леню, я покрывался страшной завистью. Казалось, он знал здесь каждый метр реки, обходил ямы и скользкие подводные валуны. Да, вот это оно. Там домик. Мне попадались камни пустые, а ему вешаные ручейниками да веснянками. Это тоже домик ручейника. Я начерпал в сапог, был закусан комарами. А он даже не замочил рукава и благодушно сдувал с себя назойливых кровопийц. Ровно. То есть я начинаю все камушки, которые тут, я их прямо туда смываю. Прямо руками? Да. Оно все смывается, тем более, что это все течение. Оно все туда уходит. Вот я даже поднимаю, тут уже ничего нету. Сейчас берем еще в одном месте, рядышком. «Наверное, все дело в его пышных усах», — решил я. «Это они, как борода Хоттабычу, помогают ему чувствовать себя здесь, как гидробиологу на бурной речке». Так называемый кикс-метод, который используется в Англии, там, это только по видовому составу. То есть это можно просто идти, скребок у тебя, а ты проходишь, ногами все змучаешь, где-нибудь 10-15 метров, потом все это подсчитываешь. Но это надо, чтобы на каждой реке, на каждой станции был одинаковый грунт.
То есть на разных грунтах видовой состав разный. Поэтому вот у нас в качестве мониторинга у нас на всех речках выбраны участки с определенной скоростью течения и с определенным типом грунта. Чтобы можно было сравнивать. Симпатичный рак на мелководье благодушно кивнул Лене, а мне неодобрительно помахал клешней. «Много суетишься», — сигналил он мне из-под воды. «Расслабь нервы, ноги в воду, руки делом займи. Глядишь и поймаешь чего покрупнее водяного клопа». Сейчас покажу водного клопа Ахелофериуса эстивалис, который тоже является показателем чистой воды. Сейчас, секундочку. Вот он, красавец. Это водный клоп. То есть все это сюда спирт наливаем. Разведенный, 70%. И вовнутрь. То есть тут видов ручейников довольно прилично. То есть все, сейчас вот это все мы берем. Все, что здесь есть. И все в спирт. Да. Все это в спирт. А потом уже в лаборатории дальше будем разбирать все. И определять до вида. Итак, что же такое бентос и чем занимается гидробиология? Воды на нашей планете много. А всех, кто в ней обитает, и считают гидробионтами, то есть организмами, живущими в воде. Даже комаров и стрекоз можно считать гидробионтами, пока их жизненный цикл проходит там. Истоки гидробиологии восходят к самым ранним эпохам человеческой культуры. В древней индийской и китайской литературе, в книгах греческих и римских натуралистов есть описание водных организмов, чаще всего в практических целях. Полезны ли они для употребления в пищу или ядовиты? Сейчас знания о водных организмах, как и о мире в целом, существенно расширились. Конечно, в пределах человеческого понимания. Появились ученые-гидробиологи, и у жителей подводного мира название прибавилось. В частности, тех, кто живет на дне водоемов или еще глубже, называют гидробионтами дна или бентосом. Купаясь в море, озере или речке, мы обязательно вступаем с ними в контакт. Заметны чаще всего им. Мы чувствуем в лучшем случае просто немного или сильно скользкое дно. А ведь мы должны быть благодарны бентосным организмам за чистоту водоемов. Правда, некоторые из них могут кусаться, но чаще всего только после вылета в воздушную среду, как это делают кусачие мошки. Вот здесь вот, вот они. То есть их будет очень много, это все личинки мошек. Это ничего себе. То есть они вылупятся. Ничего себе. Через месяц. И нас кишат просто. Да, сейчас вот я воду опущу, там они шевелиться будут, тоже видно будет, ну, видишь? Обойдя несколько рек и речушек, обшарив их носочком, собрав десяток проб, я стал меньше беспокоиться за чистоту и будущее уральских рек. По крайней мере здесь, на территории Леонида Николаевича. Ласковое журчание, игра света и тени в струях воды, доброе лицо Лени, его неспешный понятный рассказ – все располагало к познанию гидробиологии. Я представил, как пойдет он дальше по этим сказочным заводям и стремнинам. Как будет он бережно и ловко вести свой сачок по упругой струе воды и, заглядывая в глубину реки голубыми, мудрыми глазами, ясно видеть непостижимую тайну жизни. июля. Как счастливый обладатель немаленькой экспедиционной машины, я вдруг стал замечать некую тесноту в салоне.
Ведь для комплексного обследования той же речки одних гидробиологических изысканий маловато. Нужны еще ученые других разделов биологии. А ездили мы по самым разным сказочным местам, одни названия которых пахнут глубокой историей. Тальков камень, Баронская заводь, Оленьи ручьи. А кому, скажите, хочется тащиться пешком за 3-9 земель с кучей оборудования? Для тебя, может, нет? Природный парк Оленьи ручьи настолько прекрасен, что пришедший сюда первые минуты просто теряет рассудок. Бессильно садится он на скальный уступ и потрясенный созерцает всю силу красоты Среднего Урала. Внизу, за могучими соснами и лиственницами, скользит чистейшая из уральских рек Серга, по берегам которой, как почетный караул, расположились высоченные скалы с загадочными доисторическими рисунками. Многие из здешних пещер являются палеозоологическими и историческими памятниками. Древние люди жили здесь много тысяч лет назад. В парке описано 800 видов сосудистых растений, 20 из которых встречаются только здесь. Есть от чего закружиться в голове. Это тебе. Наших дорогих ботаников Наташу, Ирину и Лилю я на скалистый уступ не пустил. Мы сразу отправились в древнейший горный лес с 300-летними деревьями. Вот где искать аленький цветочек, символ верности и чистой любви. Клевер? Да, клевер записали 2. Аленький цветочек. Надо и найти срочно. 15 июля. Национальный парк Оленьи ручьи. Эти волшебные, благоухающие поляны на самом деле не что иное, как полные научного достоинства контрольные площадки. Самого гения пейзажа Ивана Ивановича Шишкина с его неутолимой страстью писать именно такие лесные полянки мои девушки прогнали бы едва ли не на подступах. Мало того, что на каждом шагу здесь редкие виды, все растения должны оставаться нетронутыми человеком для достоверного научного мониторинга. Вот, ну и такой вот очень характерный лист. Ну-ка. Вот, смотрите. Я старался ступать как можно нежнее, своим 45-м размером. И все же постоянно чуть не наступал то на цицербиту, то на минуарцию. Зато Лилия Александровна, словно бабочка, порхала среди своих подопечных, едва их касаясь. Каждый год она проводит здесь учет растений, какие виды растут, в каком количестве, высота нижнего, среднего и высшего травяных ярусов, покрытие, жизненность и еще куча всяких других показателей. И очень много травянистых растений. Вороний глаз. Вороний глаз, копытень европейский. Здесь рядышком еще была, вот, смотрите, фиалка. Вот она тоже, кстати, видите, с кругленькими листьями. Фиалка удивительная, Виля мирабилис. Да. Точно. А аленький цветочек? Аленький цветочек на перстянка считается тоже широколиственным элементом. То есть, в принципе, весь тут комплекс. На перстянка это аленький цветочек? На перстянка это аленький цветочек. Почему такой-то желтенький? А когда посетители этих мест узнают о реликтах, переживших смены климатических эпох, о растениях-эндемиках, которые растут именно здесь и больше нигде в мире, стараются идти только по тропе, настороженно глядя по сторонам. Ты что нашел? Что это? Это краснокнижный. Редкий краснокнижный вид древних зимовых. И ты его сорвал? Да, опять! Все на ребенка. Вот так вот. Если младше, значит все на тебя. Это не я сорвала. И не ты сорвал? Это тетя его подставила. Это тетя сорвала? Для меня. Нет, я не сорвала. Я указание неправильно дала. Mm.
Альков-Камень – еще одно уникальное природное и историческое место Среднего Урала. Словно резцом мастера-великана, высеченное в скале глубоченное озеро. Таинственное, мерцающее. Символ начала величия Урала промышленного и в то же время романтизма эпохи Павла Петровича Бажова, который прекрасными сказами прославлял этот край самоцветов и талантливых мастеров. Озеро возникло на месте карьера по добыче ценного для тогдашней металлургии минерала. Талька использовался в качестве природного огнеупорного материала на многочисленных уральских металлургических заводах. В 30-х годах прошлого века технологии изменились, и этот, как оказалось, вредный для здоровья минерал перестали добывать. А карьер стал чудо-озером. Легенды и небылицы стаями витают здесь. Ведь именно на этом валуне горестно рыдал когда-то Данила Мастер, не в силах вынести правду о совершенстве красоты каменного цветка. Чей-то призрак тихо сидит у воды на высокой скале в лунные ночи. Это женщина в белом. Кто бы ни придумал эту историю, она помогала отпугнуть лишних свидетелей в те далекие мятежные годы, чтобы не мешать тайным собраниям революционных рабочих. На дне карьера, который давно утратил свою прежнюю глубину под слоем ила и упавших деревьев, отчаянные люди не раз искали демидовские сокровища, но так и не нашли. А мы нашли, только не на дне, а рядом, на полянке. 300 экземпляров орхидеи Венерин башмачок. Башмачки меня еще впечатлили. 300 особей. 300 особей? Да. Башмачков? Да. В итоге я провел этот прекрасный летний месяц с большой пользой в компании лучших гидробиолога и ботаников Среднего Урала. Да чего там? Вселенной! Их имена будут скромно вписаны в научные статьи, да лабораторные отчеты. Но на самом деле, именно благодаря их кропотливой работе, мы можем судить о сохранении хрупкого равновесия первозданной природы. Спасибо вам, Леонид, Лиля, Ирина и Наташа. Господи, вообще поперек. Пятое августа. Что такое счастье? Бывают случаи, когда на этот странный вопрос существует надежный ответ. Счастье – это когда в долгом утомительном пути на заднем сиденье мирно читают сказку два удивительных мальчугана. Один из них вам хорошо знаком по нашим южноуральским путешествиям. Это сам Борис Борисович. Когда Катя познакомилась с Виллио... Рядом с ним увлеченно уткнулся в эту книгу его друг и мой сын, юный натуралист Серега. Что ж, вперед! К новым приключениям. К энтомологическим изысканиям парни подготовились основательно. Новые сачки для поимки насекомых были решительно выставлены вперед.
кажется, задерживались. Они так безмолвные стояли. И, кстати, зачем им такие мощные рации? С кем они собираются держать связь? В этом предстояло разобраться. Даже если ты будешь всего-навсего ночным сторожем, будешь ходить с колотушкой и фонарем и получать всего-навсего 2-3 талера, я буду рада. Если теленок заглядывает в окно машины, значит вы, да, в прекрасной стране Башкирии. Кроме долгожданной встречи с семьей Бориса Борисовича, энтомологии, у меня были грандиозные планы запечатлеть вольную степную лисицу с гордым именем Корсак. А глазки черненькие, да. А брюшко желтенькое. Угу. Снизу. Снизу. Сверху черненькая. Не больше обычной бабочки. Может, это боярышница? Не мазина. Это точно не мазина. Итак, лагерь поставлен. Младший научный персонал играет на травке под присмотром четвероногой няньки. Хотя ей так хочется улизнуть в горные степи. Покопать мышей, повынюхивать сурков, сусликов, погонять лисиц. Борис Борисович и Серега отправились на охоту ловить шмелей. А я проведу-ка пока разведку с воздуха. Посмотрю, есть ли в окрестностях чьи-нибудь жилые норы. Корсак избегает лесов, густых зарослей и распаханных полей, выбирая холмистые местности с низкой растительностью. Вот, кажется, что-то интересное. Запомним это место. Корсаки живут поодиночке и семейными группами. На их охотничьем участке, размером до нескольких десятков квадратных километров, располагается целая сеть нор, троп и обязательно местомечение. К югу от лагеря я нашел целый городок жилых нор. Туда и пойдем завтра устанавливать визуальный контакт. Вскоре вернулись мои друзья. Оказывается, они чуть не наступили на гнездо с кучей маленьких ежиков. Еще вот папа уже пробовал в перчатках взять одного. И он вот так вот развернулся и пытался ползти. А ты достань вот, он сильно-то не колючий. Ой, лапы видно. Тихонечко на руку положи. Возьми осторожно. Он лапа крылья. Ну нет, ну а слепой еще. Не выжили так у нас. Вы его не выкинули. Маленький. Ежонок, ежонок. Глядя, как нежно прикасаются детские руки к этому живому существу, я как будто снова оказался в детстве. Вспомнил, как в первый раз, взяв в руки маленькую лягушку, я испытал ни с чем не сравнимое восхитительное чувство. Держать в руках чью-то хрупкую, но такую же настоящую, как и твоя, жизнь. Иголочки такие мягкие. Я боюсь, что они замерзнут.